Здравствуйте, друзья. Тут у нас прямо у самого такого хайвейчика местного магазин. Видите, называется J&S Surplus and Outdoor Store. Я подозреваю, что здесь такая техника военная. И мы сейчас глянем. Ну, давайте посмотрим, что тут на улице. Вот это наш солдат американский. Пожалуйста, с ружьем. Так. Пушка. Хотя в виде револьвера, да, так стилизованная. Так. Красиво. Даже не знаю, куда его, если только во дворе дом поставить. Свет, наверное, пушку можно приобрести и поставить дома. А это что, бронежилет, что ли? Так, пушка. Почем пушки? Тут даже не знаю. Цена есть здесь? Да, $916. А вот это бронежилет? Ну, Светик, на бронежилет... как бы оно не дотягивает еще для чего-то. Сейчас посмотрим. Тут какие-то, ну да, какие-то сумки. Так. Головные уборы. Майки. Чувствуется, попали мы в правильное место. Там сзади, если посмотреть, видите, там вообще техника военная. Там полевая кухня и такой джип, типа газик. Ну да, тут. Многие вещи, друзья, такие, что о назначении можно только догадываться. Ладно, пошли в магазин. Может, там внутри чего? Как вам держалка для флага? А? Так вот. Вход. Друзья, шляпы. Ой, шляпы. Ой, шляпы. Я уже нервничаю. Сам-то я, видите, бог знает в чем. Вот, пожалуйста. А тут такие шляпы. Ну, пойдем дальше пока. In this field, what they're used for? It's a good question. I think it's just kind of novelty. Sometimes people put them back here and they wear them. It's nice, you know, nice to touch, but I think it has some meaning. Так, даже в таком месте, друзья, очки от солнца. Так. Такой военный, можно сказать, магазинчик. Так, ну давайте мы поищем что-нибудь. Слушай, кортики, не знаю, кортик, Света. Амуниция. Ну куда какие хвостики? Куда я видел хвостики? Или какие-то нацистские там символы. Чего тут только нет. А вот девушка, смотри, так держит эту руку. Такая спортивная девушка военная. Посмотри, вон. Да, какая, ножи. Ножи. Что тебе девушки какие-то? Ну где девушка? Девушка, девушки батон. Вон девушка. Девушка показывает бицепс, ничего нет, страшного. Татуировка. Хорошо. Так, а и тут ножи быть. Какие, боже, ты посмотри, сколько ножей, друзья, сколько чего перерезать можно этим всем, и вон там дальше тоже ножи, 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 ну хорошо, так, и тут тоже такие финки, мама родная, так, ну это бейсболки, такие они. С военным, может быть, окрасом. Обычно в таких магазинах есть что-нибудь такое из там российской армии или там еще из советской даже. Что-нибудь такое может быть. А вот красивое, да, смотрите, как интересно. American Spirit. Это неплохо. Так. Ну-ка. Такие ветеранские головные уборы. US Navy, пожалуйста. Так. Да. Светочка, как считаешь, мне пойдет такая кепочка?
Сейчас я ее... Вот. Возьми, пожалуйста, мою. Что взять? Вот, вот то, что у меня на голове. Нет, то, что у меня на голове, возьми. А я одену вот такую. Ну, а что, нормально? Хорош? Да. Spirit, American Spirit написано. Вот, пожалуйста. Ой, у меня почти такая же лежит в машине. Очень похожие. Ну, кстати, так. Неплохая. А да, они симпатичные, конечно. Тут довольно тесно в этом магазине. Все так плотненько. Так, для девочек. Смотри, какие хорошие. Куртки. А чем они хорошие, Света? Ну, так они блестящие, красивые. Ну, да. Ну, как раз твои цвета. Даже не знаю, что сказать. Вот тут какое-то обмундированице. Ой, ё-моё, ну-ка. Нет, такой не что тут написано? Нет, мне такой не нравится. Да, что-то и как-то пахнет. Перебор немножко, перебор. Это, я бы сказал, карикатурное немножко. Хотя так вот, маечки такие. О, вот эти майки без рукавов. Майки без рукавов, это мне в джим ходить. Да, ну покажи майку без рукавов. Так. А что ж тут написано? Ой, тут какой-то жуткий... Second Amendment. Нет, это не годится. Не годится. Так. Ну, смотри, Света, может тут что-нибудь еще для джима есть. А вот майки вот эти. Алкоголички. Алкоголички, да. Вот ты где их искала, вот один. Вот алкоголички-то в джим ходить. Ну, кстати, так. Возьми такую, которая нейтральная, без черепа. Без черепа. Нет, ну вообще такой милитари, защитный вот такой, оно неплохо. Серенький, да, серенький есть, тоже неплохо. Ты знаешь, что вот, серенький мне не так нравится. Маринс, это все замечательно. Черненький. Нет, мне больше нравится вот такой какой-то. Камуфляжный? Камуфляжный, да. Вот. Что-нибудь вот такое, нет? Не то, чтобы меня не было. Ну, ты все искал такие майки, алкоголички? Да. Здесь они есть. Майки-облегалки. Да. Ну, даже не знаю, что сказать. Ну, пойдем пока посмотрим дальше. Вот эти более светлые. Будь на светлой стороне. Ну, да. Вполне плохо к себе, вполне себе нормальный материал. Хорошие майки. Да. Ну, возьми себе такую майку, будешь ходить, не радоваться. Жилеточки, друзья, это моя слабость. Да. Вот хоп, тут всего. Это моя слабость. Ну-ка, подожди, у нее, может быть, есть тут карман для пистолета. Ну, наверняка, тут так много нет, всего. Нет, это не то, что я думал. Ну да, это такая она охотничья, рыболовная. Ну, смотри, тут даже на спине карман. Даже на спине есть. Слушай, да, она тут прикольная, только это размер... Размер маленький. Это не мой размер, но в данном случае... Не, ну это хорошая она штука. Вся такая рыболовная. Ты можешь здесь это? Concealed. Нет, это то, что я имел в виду. Concealed carry. То есть это когда ты носишь оружие, и не видно, что ты его несешь. То есть там есть... Да? Ну, найди large. Concealed. Это должно быть approved... Вот этой вот организации, тут миллион которая карманов. По этой части. Так. И то, что она черная. Ну, вообще, она довольно убогенькая. Почему? Такая, чисто материальчик тип, такой. Давай посмотрим размер large, а дальше пойдем. Так, что у нас тут? Тут у нас такие уже военизированные жилетки. Я увлекался жилетками одно время, но сейчас как-то... Вот смотри, есть large и есть extra large. Ну, extra large, я боюсь, мне уже великоваты будут. О, красавцы, друзья, это прям как брезент, знаете? Такие куртки прямо брезентовые, тяжелые. А? Так, Светлана хочет на меня жилетку. Давай, держи камеру, наводи на меня. Значит, так вы видите, себя, друзья, на мне маечка, я себе ну, уже убери выбрал так. Себе маечку, алкоголичку. Так, легкая, она почти практически нет, невесомая. Нет, она тяжелая. У меня есть похожая тоже черная жилетка, но она тяжелая такая, знаешь. Нет, ну это клевая жилетка, тут у нее столько всего вообще. Тут ты, где карманы спереди, карманы сзади. Ну ты ж любишь именно жилетки, я знаю. Так, друзья, нельзя мужиков пускать в военные магазины-то. Ну, не всех. Ты знаешь, она при этом... Ой, а что это так? Ты застегнул странно. Тут два этих самых.
два замка сразу. Она велика. Ну, а тут есть медиум размер. Ты посмотри, как она большая. Ну, там видно, что... А бар... что, я в ней хорош? Нет, ну, тебе надо явно поменьше. А кроме того, она ужимается еще на боках. Тут есть примерочная. Слышь, она еще на боках ужимается. Ее можно подмышками вот тут затянуть. Вот тут можно затянуть, да. Ты знаешь, это совершенно не мой стиль, Света. Я бы сейчас уже, если бы покупал жилетку, то я бы хотел такую жилетку, где был бы вид интеллигентный. Ну окей, а значит, вот это, нет. Это, значит, немножко, нет. Это немножко грубовато для меня сейчас. Прошел тот период моего творчества. Смотри, сзади какой у тебя мундир. Смотри. Оп. О, генеральский вообще. С медальками. А что он такой коротенький, вообще как полупертинчик? Света. Это как фраг вообще. Ну вот раньше так было время, когда так носили. Дай выйти. Да, хороший мундир. Хороший. Так, давай мы повесим обратно ее. Где? Так, вешалка-то где? И вот у меня в руках. А, нет, она грубоватая. Давай мне камеру. Так. Ну тут вообще и пройти невозможно, знаешь? Тут здесь такие куртки. Типа милицейско-полицейские. Так. Бушлаты. Я бы их назвал бушлатами. Тут каски. А вот эти какие мягенькие, потрогаем. Каски, да. С этой стороны потрогаем. Фланелевые такие. Они не фланелевые. Ну что же это, по-твоему? Ну да. Это флисовые, да. Ну это то же самое. Так. Ага. Темно тут, темно от шматья или просто от нехватки света темно. Уже так смехом каким-то. Каски, не хочу мерить каску. Друзья, ну вот зачем нормальному человеку мерить каску, вот скажите. Так. Cold weather, polyester, crewneck. Да. Тут вот были какие-то... какие-то я видел с той стороны куртки интересные. Ага, ну ладно. Это не то. А вот здесь есть Ranger West. То есть они тоже, но не такие грубые. Как... Лесничий как бы. Да, вот лишь разные цвета. Беленький, бежевенький. Ranger. Ну, меньше карманов на них. Ну, да, они да. Так попроще малька. Угу. Я хочу посмотреть какие-нибудь военные головные уборы. Потому что у меня есть такая линия среди моих головных уборов. Там какие-нибудь морские фуражки. А может быть, тельняшки есть. В таких магазинах иногда продают советские тельняшки. Ты не понимаешь, что эта тельняшка нужна каждому. Друзья, как объяснить женщине, зачем тельняшка нужна? Так, это что такое? Authentic. Да, не поймешь, что это такое, не поймешь. Так, майка, ладно. Дыма. Это понятно, но на ней там какой-то узор. Так. Пиджачки кожаные. Тут вообще много всякого. Барахла. Неожиданного. Да, слушай, как они выживают, торгуя таким. Тут какой-то такой магазин заковыристый. Вот идешь туда, идешь сюда, куда ты еще попадаешь. А как тебе нравится эта вот армия девушка там? Какая? Почти. А вот тут картинка висит. Нет, вот тут это написано армия. Армия. Ну, Света, это, видимо, из каких-то времен. Вот. Ой, она металлическая. Police Department. Почему девушки? Ну, а девушки... Ну, ты не понимаешь. Причем, какие, смотри, какие вот фигуристы такие. Света, ну если уже делать девушку... Нет, ну, keep them quiet. То есть девушки стимулируют. Смотри, вот, ай, тебе, Господи. Join the Navy and see the world. Слушай, какая потрясающая табличка. Куда бы ее только приспособить? Она металлическая. Слушай, а почему ты всюду девушки? Полис департмент, такие девушки сисями. Света, ты просто enjoy, не спрашивай. Нет, мне хочется знать, почему. Это стиль, это время, это эпоха, Света. Понимаешь? Как-то у нее нога не соответствует туловищу. Это не нужно. Не. Ах, как трудно, друзья, одной рукой сразу и то, и другое, и камеру держать. Да,
такие вот интересные дощечки. Рози. Окей. А тут тоже что-то такое. Индия. Окей. Слушайте, я вот думаю, где же их вешали? Такие металлические. А? Правда, интересно? Это еще так вот не очень найдешь такие места. Я первый раз вижу, чтобы вот такая коллекция была. Police Department to Protect and Serve. Шикарно. Друзья, ну смотрите. Ну, кто из вас откажется повесить у себя дома вот такую металлическую штучку? Почем она, интересна? $23. 22 с копейкой. Так. Окей. Так, такое впечатление, что продаются пистолеты, может быть, даже настоящие. Только меня смущает, что у них какие-то оранжевые колпачки. Это значит, что они не настоящие. Ты думаешь? Да. Для настоящих есть много магазинов, где есть настоящие. Смысл оранжевого колпачка в том, что не настоящий, чтобы полицейский тебя случайно не шлепнул. Так, ну что у нас тут? Тут что-то для детишек. Да, это детские. Это детские. Так. Хорошо. Представляешь, вот пришли бы, был бы у нас с тобой мальчик, Света. Он бы сейчас тут быстро все приходовал. Так. Вот эта секция, друзья, меня пленила. Я даже не знаю. Может быть, что-то в офисе повесить, Света? Нет, не надо. Что-то. В офисе. Нет? Из патриотических чувств. Ой-ой-ой. О, пожалуйста. Так. Нет, военных подтяжек нам не надо. Военные подтяжки. Светик, я не пользуюсь. Смотри. Так. Это прикольно. О, по-русски написано. Смотри, какой-то русский этот самый. Европа будет свободна, будет свободной. Слушай, Свет, ну это мы не можем здесь оставить. Это надо нет, забрать. Нам не нужно это точно. Это надо забрать. Не надо нам этого. Зачем? Подожди, подожди. Света. Ну зачем? Так. Друзья, вот скажите, вы бы оставили такую вещь тут? Европа будет свободной. США, Великобритания, Советский Союз. Так. Надо у них пойти поспрашивать, откуда это берется. То есть, насколько вещи аутентичны. То есть, может быть, она вполне современная. Косят под старину. Да. Ну что, друзья, вот так мы с солдатом, он, можно сказать, во всеоружии, а я мирный такой вот, мирный блогер,